Есть племена, которые находятся в Африке, их видео можно найти. Так вот, оказывается, да, в действительности, по-моему, Эдуард Гайсин есть такой английский исследователь, который исследует такие нестандартные методы влияния на человека, который написал работу, где он говорит о том, что в действительности люди, которые прыгают или подпрыгивают вот таким образом, или тянутся вверх и делают это часто, могут стимулировать амитотропин, а также могут стимулировать работу надпочечников, могут стимулировать работу или увеличить рост и так далее и тому подобное. Ну, можно попробовать использовать вот такой метод. Раз такой метод существует, есть смысл такой метод использовать. Есть же целый ряд препаратов, которые назначают для увеличения роста. Я знаю, в Тибете особо маленьких детей заставляют сидеть на краю скалы. Говорят, что если сидеть на краю скалы, то вырастешь. Но я не рекомендую использовать такие методы. Во-первых, где скалу взять?